Что за безумие? Безумием было выпустить ее на улицу, зная ее положение. Ты не находишь? Письмо Гваделупы и ее дочери на адрес в Майами. Давай съездим туда на разведку. Значит, ты в кого-то влюблена. Прошлый браслет я подарила любимому ребенку. И сейчас делаю то же самое. Ты стала очень дорога мне. Очень. У меня проблемы с любимой женщиной. С той из приграничного городка? Да, с ней. С Гваделупы. Я писала Гваделупы в тюрьму, чтобы поддержать ее. Внушить ей надежду. Тем временем Либертад росла. И рос мой страх, что Гваделупа вернется. Падре, я всегда была ей хорошей сестрой. Но Гваделупа не оценила это. Она хочет отнять у меня дочь. Твоя сестра перенесла неслыханные страдания. Не я, ни ты ничего подобного не видели, не усугубляя ее боль. Милагрос. Гваделупа не способна причинить вред тебе или твоей дочери. Верни ей часть того, что отняла. Даю вам слово, падре. Я постараюсь. Мои молитвы с тобой. Впусти любовь в свое сердце, и все изменится. Падре, спасибо вам. Простите меня и отпустите грехи. Я обещаю, что исправлюсь. Сделай это ради всех своих близких. Гваделупа сбежала без объяснений, оставив мне записку. Панчо, она попала в трудное положение, и я просто обязан ей помочь. Во имя любви. Ты сам готов защищать свою жену и дочь от всего мира? Это так. Но они живут со мной. А твоя возлюбленная тебя покинула? Да. Но я ее нашел. Вы встретились? Где? Когда? Сегодня утром. Панчо, речь идет о моей жизни. Я вижу это по твоим глазам. Значит, она здесь, во Флориде? Где именно? Нет, постой. Ты намекаешь, что речь идет о той самой Гваделупе, что... Да, Панчо, это она. У тебя дома работает моя Гваделупе. Это здесь. Надо проверить, кто еще дома. Я пойду. Осторожно. Не наделай шуму. И не возбуди подозрений. Я мастер своего дела. Если девчонка там, что делать? Ничего. Пока мне нужна лишь информация. Так ты новая пассия Рудольфа. Сеньора, попридержите язык. Не выдумывайте. И не упоминайте при мне это имя. Нача, или как тебя там? Здесь никто не смеет и чихнуть без моего соизволения. Я навидалась таких, как ты. Я что-то не поняла? В чем меня обвиняют? Это вы издеваетесь над нами. Вы избили мою подругу. И забью и тебя тоже, если узнаю, что ты зарабатываешь на жизнь проституцией. Если тебе не нравится на меня работать, беги вслед за своей товаркой. Авось тоже попадешь в лапы полиции. И тебя отправят домой.
Или даже в тюрьму. Мы платим бешеные деньги, чтобы власти нас не трогали, чтобы защитить вас. У вас есть кровь, сытная еда, работа, зарплата. Так что не тряси своими прелестями перед Рудольфо. Не то будешь кровавыми слезами обливаться. Лупита, хоть бы у тебя все было хорошо. Где ты сейчас? Гваделупа таится от вас, потому что вы приютили ее. Но я не хочу это скрывать. Ты меня поймешь? Гваделупа. Вот так новость. У меня нет слов, Даниэль. Панчо. Гваделупа перешла границу не за тем, чтобы заработать лишний грош, как многие нелегалы. Она ищет нечто более важное. Она еще давно мне сказала, что у нее есть покровитель, то есть Милагрос. Теперь понятно. Ее дурное настроение от того, что она не ожидала такого приема. Конечно, нет. Но она смирилась, чтобы достичь своей цели. Прости, я никак не могу понять, куда ты клонишь. Панчо, у нее был мужчина, который сильно обидел ее. Я не знаю деталей, а она не рассказывает. Похоже, что Гваделупе родила от него дочь. Дочь? Это должно остаться между нами. Я открыл тебе чужой секрет, тайну. Это боль Гваделупе. Да, у нее есть дочь, которая живет в Америке. А почему она не с мамой? Гваделупе молчит об этом. Но я так понял, что отец девочки увез ее. Отнял у матери родную дочь. Что может быть страшнее? Вся ее жизнь нацелена на поиски дочки. Отсюда ее страх, грусть, отчаяние. Я не перестаю удивляться. Пытаюсь осознать, но не могу. Я обидел ее, наговорил тебе про нее всякий вздор. Ничего страшного. Я тебя не виню. Я ведь чуть не выставил ее из дома. Но теперь начал ее уважать. Я отец семейства, у меня есть дочь, которую я обожаю. Я умру, если потеряю ее. Умру, Даниэль. Значит, ты не будешь судить Гваделупе. У меня к тебе просьба. Она не принимает помощи от меня. Может быть, примет от тебя? Только не рассказывай Милагрос, что ты узнала Гваделупе. Хорошо? Дружище, нет худа без добра. Мы не дадим ей пропасть. Не только из-за тебя. У меня вызывает восхищение ее бесстрашие, ее готовность отправиться в чужую страну, чтобы вернуть ребенка, которого у нее украли. Ее нельзя не уважать. Она это заслужила. Теперь мне понятна твоя любовь к ней. Все образуется. Все будет хорошо. Не сомневайся. Доктор, эта женщина живет там одна. Одна. На письме свежая дата. Они переехали? Ты видел хоть что-то, что могло бы принадлежать 15-летней девчонке? Ничего, доктор. Странно. Гваделупе посылала сюда свои письма. Надо проследить за домом. Займись этим.
Я встречала немало добрых людей, отзывчивых. Привет! Твои родные? Нет. Мои родные мне почти не помогали. Моя мама умерла очень давно. А сестра... У тебя есть сестра? Давай не будем об этом. Почему? Где она? Здесь, в Майами? Лупе. Либертад, ты здесь? Да, мы заболтались с Гваделупе. Она рассказывала мне о себе. Я расспрашивала ее о ее семье, но она не хочет вспоминать. По-моему, тебе нужно связаться со своими родными. Они помогут тебе легализоваться в США. Правда, мама? Оставь нас одних. Но я хочу послушать. Либертад. Ладно. До встречи. Ты хочешь свести меня с ума? Нет, Милагрос. Я хочу быть с ней. Ты и так с ней. Вы постоянно шушукаетесь по углам. Ты настраиваешь ее против меня. Я ни слова ей не сказала о нашей жизни. Я дала тебе честное слово и не отступлю от него. В отличие от тебя, ты украла ее у меня. Ты должна меня понять. Тебя ищет отдел иммиграции. А когда найдут, выяснят, что ты сбежала из тюрьмы. Единственное, о чем ты должна думать, это как бы спрятаться. А для этого ты должна сидеть дома и носа не казать в город. Понятно? Для тебя унижение работать служанкой, чтобы хоть как-то тебя ободрить. Я решила кое-что изменить. Может, тогда ты поймешь, как несправедливо ко мне. И что же ты предлагаешь? Мате, Мона Лиса, идите сюда. Переоденься в новое. Я это уже не ношу, но вещи хорошие. Вы нас звали? Да. Я хочу объяснить нашу политику. Вы в курсе, что у Гваделупы проблемы из-за отсутствия документов. Скоро мы с Панчо добудем ей новый паспорт. А пока Гваделупа не должна ни с кем разговаривать и не должна выходить из дома. И вы тоже. Нам нельзя говорить? Нельзя говорить ни с кем посторонним, обсуждать эту тему. Понятно? Теперь да. Матео, я прошу тебебя вновь поменяться комнатами с Гваделупе. Я могу вернуться. Да, Матео. Лупе устроится в гостевой спальне и перестанет носить форму. Если кто-то спросит, мы ответим... что у нас гостит наша подруга, ясно? Но ты по-прежнему будешь выполнять обязанности служанки. В остальном все остается как прежде. Каждый занимается своим делом. И еще. Не впутывайте в это Либертад. Не стоит тревожить мою дочь. Пусть она живет, словно ничего не происходит. Хорошо. Как я рада, что ты вернулся. Я должна столько всего тебе рассказать. Что? Ты не рад меня видеть? Мы же друзья. Нет, сеньорита.
Это исключено. Ты опять подрался? Нет, все хорошо. Идем, я тебя вылечу. Со мной все хорошо. Ты что, обижен на меня, да? Ваш отец мне все объяснил. Я могу здесь остаться, если не буду подходить к хозяйке. Не буду забывать свое место в этом доме. И я не забываю. Но папа даже рад нашей дружбе. Слушай, а давай это будет наш секрет? Тут я с ним согласен. У нас не может быть общих секретов, сеньорита. Не говори глупости. Ты мне как брат. Как говорит бабушка, небо наверху, а земля под ногами. У вас своя жизнь с равными вам друзьями, а у меня своя жизнь, своя работа, свои друзья. Не обижай меня. Пожалуйста. Мне пора идти. У меня еще куча дел. Я починил все, что просили. Пойду работать дальше. Но лучше. Доброй ночи, сеньорита. Прощайте. Твой луч работает на Дона Панчо и все про него знает. Только не приставай к нему с расспросами. Не заставляй меня краснеть. Беренис, если он тебе нравится, иди напролом. Мужчины это любят. Похоже, твой Панчо не очень. Тише, мама услышит. Он женатый человек. Ты отдала ему долг? Он не берет. Типичная спесь миллионеров. Расскажи, тебе нравится Лучо? Нет. Не очень. Не очень. У него есть невеста? Нет, пока нет. Чего же ты ждешь? Бери его или приступом, или измором. Аделла, я не сердцеедка. Да? И это очень глупо. А что у него по финансовой части? Не знаю. Он учится и работает. А еще сочиняет песни. И поет. Как это поет? В баре с мариачи. Ты ходила на его концерт? Нет, он мне рассказывал. Бар находится далеко. Поедем? Я отвезу. Правда? Нет, нет. Это очень далеко. Да хватит ломаться. Едем. Нет, это место для взрослых. Детка, я маникюрша и парикмахер. Я тебе такой марафет наведу, что станешь похожа на нашу бабушку. Я потеряла всех друзей. Пати на меня злится. Лучше боится. Почему? Папа запретил мне дружить с кем-то из служащих. Только бы с тобой вышло иначе. Все будет хорошо, правда. Дай Бог. Ты все, что у меня осталось. Хорошо, что ты переехала сюда. Теперь мы можем болтать ночи напролет. Пока волосы не встанут дыбом. Да, это верно. Так и будет. Ты накупила себе одежды? Помочь? Нет, я ничего не купила. Моя... сеньора мне кое-что подарила. О, это мода для пожилых. Я одену тебя на свой вкус. Тебе пойдут мои вещи. Как здорово, что ты со мной. Рядом. Вот увидишь. Мы еще больше сблизимся с тобой. Todas partes busqué tus huellas.
Я только что принесла бутылку. А ты уже почти все выпила. Текила не лучшее средство, чтобы погасить пожар. В поместье неплохие условия. Тебя там кормят, платят зарплату, которой вполне хватает на выпивку. Что хорошего в аду? Хорошо, что ты жива, что молода и красива. Ну и что? Я насмотрелась на боль, гнев. И все это вижу в твоих глазах. Они мне за все заплатят. Ты говоришь о Рудольфе? Нача? Нача. Это твое имя? Да, и что? Нача. Рудольфо странный человек. Никто не знает, что у него на уме, что на сердце. И это привлекает к нему женщин. Привлекает. Что может быть привлекательного в помеси собаки со свиньей? Ты ему нравишься. Доказательство тому то, что ты еще жива. Вот дочка твоего любимого Эрнеста. А у него был хороший вкус. Девчонка юна, но чудо как хороша. Банальная плебейка. Ты ее нашел? Да, я уже напал на ее след. Где она? Этого я не могу тебе сказать. Рудольфо, это и мое дело. Я знаю, что тебе не терпится, но не спеши. Мы не позволим Росалии объявить ее наследницей, как она мечтает. Тогда чего же ты ждешь? Мы должны удостовериться, Лулу. Через дочь мы выйдем на мать. Даже если Росалии не получит девчонку, она угомонится, получив убийцу сына. Слушай, делай как знаешь. Только помни, что девчонку я буду убивать лично. Я помню. Помню. Пати, с меня хватит. Что-что? Что просипел наш ангелочек? Хватит юродствовать. Я долго думала над твоими словами. Мне пора распрощаться с детством и превратиться в женщину. И как ты намерена это сделать? Я больше не хочу играть роль принцессы. Я попросила Даниэля встретить меня из колледжа. И хочу все ему открыть. Ты это серьезно? Да, как никогда в жизни. Если не выйдет, я не виновата. Нет, я тебя и не виню. Женщины сами выбирают стиль поведения. Постой, постой, что ты задумала? То, что давно должна была сделать. Я делом докажу Даниэлю, что я уже не ребенок, а женщина. Настоящая женщина. Войдите. Вы меня звали? Да, Гваделупе, входи. Спасибо. Сеньор Сальватьера, что-то не так? Все прекрасно. Я узнал, кто ты на самом деле и что тебя держит у нас. Сеньор Сальватьера, я этого не ожидала.
Вам решать, что делать с Либертат. С Либертат? Извини, но при чем тут наша Либертат? Но вы сказали, что все знаете. Да, Даниэль мне рассказал о ваших отношениях. Даниэль? Я знаю, как вы познакомились, зачем ты приехала сюда. Давай не будем впутывать в это Либертат. Хорошо? Договорились? Да, да, конечно. Я подумала, что мы с ней... Да, вы с ней подружились. Она привязалась к тебе. Но я бы не хотел навязывать ей чужие проблемы. Если ты позволишь. Да, сеньор Сальватьера, конечно. Так и должно быть. Гваделупе, я и не представлял, какая беда погнала тебя сюда. Заставила обратиться к моей жене. И хочу попросить у тебя прощения за холодный прием. Я мужчина и должен защищать свою семью. В этом нет ничего личного. Спасибо, сеньор Сальватьера. Вы очень добры. Добро пожаловать. У нас еще будет время все обсудить. А пока что тебя дожидается другой человек. Я его позову. Боже, я чуть не попалась. Гваделупе у меня дома. Твои друзья промахнулись. Это невозможно. Она нашла себе покровителя. И теперь ее очень трудно поймать. Погодите, сеньора. Давайте разберемся, кто она такая и что с ней не так. Да, Рамирес. Я тебе все расскажу. Но не по телефону. Все гораздо серьезнее, чем ты можешь представить. Ты один можешь мне помочь. Как приятно это слышать, сеньора. Помните, что я всегда у ваших ног. Это непростая задача. Прошу тебя, не стесняйся в расходах. Нужно достать ей фальшивые документы. Мы в Соединенных Штатах Америки, моя дорогая. Это звучит гордо. Здесь ревностно следят за потоком иммигрантов. Рамирес, сначала ты услышишь мою историю, а потом примешь решение и назначишь цену за свою работу. Где и когда мы встретимся? Дорогая, уважаемая сеньора Милагрос, я сделаю все, как вы скажете. Назовите время и место, а насчет цены там посмотрим. Мы всегда сумеем договориться, сеньора. Даниэль. Так было нужно. Что ты ему сказал? Что он знает? Все, что известно мне. Зачем ты это сделал? Чтобы помочь тебе. Ты же обещал. Ничего я не обещал. Я не даю поспешных клятв. Гваделупе, пойми, я люблю тебя. А он мой друг. И я знал, что он все правильно воспримет. Что ты ему открыл? Как мы с тобой познакомились? Что у тебя есть дочь, которая живет в Америке? Панчо замечательный человек. И он искренне восхищается твоим мужеством. Зря ты так. Почему? Он на нашей стороне? Его жене это не понравится. Что? Наша связь? Наша любовь? Что ей не понравится? И это в том числе. Ты ее знаешь. Она... Ты здесь не останешься. Ты мне запретишь? Нет. Но тебе нет нужды здесь оставаться. Даниэль,
Зачем ты так? Я все равно не уйду отсюда, не уйду, понимаешь? Так и договоримся. Да, Рамирес. Я заеду к вам в офис, и мы все уладим. Я звонила адвокату Гваделупе. Я хорошенько подумал. И мне кажется, что не стоит доверять доктору Рамиресу дело Гваделупе. Лучше я задействую юристов моей фирмы. Панчо, зачем все усложнять? Я много лет знаю Рамиреса. Он юрисконсульт моего теннисного клуба, мы часто видимся, не только по делам. Я уверен, что мои юристы справятся гораздо лучше. Иммиграция — дело тонкое. Помни, что именно он уладил мой переезд сюда из Мексики. Мы ведь решили, Гваделупе буду заниматься я. Да, душа моя, но... Многое изменилось. Давай объединим наши усилия. Но почему? Насколько я знаю, ты ее недолюбливал. Я поспешил с выводами. Она не годится на роль простой служанки. Обстоятельства вынудили ее принять эту роль. Никто не рождается прислугой. На эту работу всегда соглашаются под давлением обстоятельств. Кстати, почему ты так переменился к ней? Пожалуйста, ты только не волнуйся. Теперь я знаю о Гваделупе гораздо больше, чем раньше. Ты приехала в чужую страну, ухватилась за первое же предложение, но твоя главная задача — найти свою дочь. Ведь так? Да, но... Твоей дочери здесь нет. Какая разница, где жить? Здесь ко мне хорошо относятся. И потом у меня нет документов. Верно. Все это правда. Но эти проблемы решаемы. Собирайся. Я забираю тебя. Нет, Даниэль. Я остаюсь. Гваделупе, тебя могла выследить полиция. Мы с Панчо решили спрятать тебя в другом месте. Нет. Мы сюда вернемся. Когда убедимся, что тебе больше ничто не угрожает. Кто приказал тебе забрать меня? Гваделупе, никто. Я предложил, а Панчо согласился. Мы уедем на пару дней, а потом вернемся. Отныне мы все будем решать вместе. Это необходимо для твоей безопасности. Ты обещаешь, что мы вернемся сюда? Даю честное слово. Я сам тебя сюда привезу. Сам. А куда мы едем? К тебе? Нет. В одно сказочное место. Собирай вещи. Я тебя жду. Во время поездки в Мексику Даниэль встретил девушку. Это была любовь с первого взгляда. Панчо, мы начали с Гваделупе, а закончили Даниэлем. Это одно и то же. Нет. Нет, погоди секунду. Я верно поняла? Даниэль потерял ее, а теперь... Нет. Ради бога, только не она. Даниэль и Гваделупе знакомы? Да, Милагрес. Они любят друг друга.
Матерь Божья, ведь мне нечего бояться. Так будет лучше для всех. Даниэль не станет лгать. Я делаю это ради тебя. Никто нас не разлучит. Никто. Да, они уезжают. Даниэль до поры спрячет Гваделупы в надежном месте, а потом она к нам вернется. Нет, я не отпущу Гваделупы с Даниэлем, ясно? Почему? Это оптимальный выход из положения. Что ты в этом понимаешь? Что ты про нее знаешь? Я знаю лишь одно. Я должен защищать мою семью от неприятностей с полицией. И мой долг — помочь Гваделупе ради моего друга Даниэля. Теперь я в курсе, что она его девушка. И им обоим не обойтись без меня. Как он посмел закрутить роман с моей служанкой, не сказав нам ни слова? Перестань. Он же сразу мне сказал. Ты думала, что я останусь в стороне, что не протяну руку своему лучшему другу? Ты должен был спросить у меня. Нет, Милагрос. Я принял решение и не отступлю от него. Даниэль сегодня же увезет Гваделупе и спрячет ее. Она останется. Я немедленно с ней переговорю. Зачем? Что-то наболтало Даниэлю Манкада. Что вы задумали? Милагрос, перестань повсюду видеть заговоры. Отвечай. Сначала успокойся и не подумаю. Я не позволю вам с Даниэлем разрушить мою семью. Отнять у меня домашний очаг, который я строила долгие годы. Милагрос, послушай. Что-то разболтало ему в постели. Что мы сестры? Конечно, нет. Что отбывало заключение? Что ты убийца, сбежавшая из тюрьмы? Тише. Он ничего не знает. И я никого не убивала, как ты знаешь. Что ты ему сказала? Что ему о нас известно? Убери руки. Или я за себя не отвечаю. Что он о нас знает? Ничего. Мое прошлое для него скрыто. Как ты его заманила, какими небылицами? Почему он помог тебе пробраться в наш дом? Ты не случайно соблазнила лучшего друга Панчо. Что вы с ним замышляете? Ничего мы не замышляем. Мы познакомились случайно, еще до того, как я приехала сюда. Я полюбила его, но не осталась с ним, потому что думала лишь о том, как найти свою дочь. Я удивилась, когда встретила его у вас. И ты думаешь, я поверю? Думай, что хочешь. Бог свидетель, я не лгу. Не поминай Бога. Как скажешь. Не уходи. Последнее слово все равно будет за мной. Я ухожу. Это решено. Не скучай. Я скоро вернусь, чтобы проводить каждый миг вместе со своей дочерью. Это и есть мой план. Предупреждаю. Если ты расскажешь Даниэлю, что мы сестры, если разболтаешь ему историю моей либертат, Богом клянусь, ты пожалеешь. Я знаю, что можно, а что нельзя.
И тебе тоже не по чину поминать Бога. Я не боюсь твоих угроз. И напрасно. Напрасно, Гваделупе. Ради Либертад я пойду на все. На все, что угодно. Милагрос — редкая женщина. Нежная, щедрая. Она добра к Гваделупе, но известие о вашем знакомстве застало мою жену врасплох. Это естественно. Я и сам боюсь поверить в происходящее. Я боюсь спугнуть счастье. Но я знаю, что Гваделупе — моя судьба. Да. И Милагрос это чувствует. Просто ей нужно время, чтобы привести мысли в порядок. Гваделупе явилась нам в одном платье. Жена ее приютила, дала работу. Лишь потом выяснилось, что это твоя девушка. Все произошло слишком быстро. Давай я сам все объясню, Милагрос. Нет, я сам. Не переживай. Мы добьемся того, чтобы Гваделупе осталась здесь, на законных основаниях. Я в долгу перед тобой и Милагрос. Какие счеты между друзьями? Сейчас ваша задача — спрятаться и затаиться. Да, чуть не забыл. Вот ключи от яхты. Спасибо, Панчо. Наслаждайтесь жизнью. Вернетесь, когда страсти улягутся. Милагрос уже попросила своего адвоката ускорить процесс легализации. Спасибо. Спасибо. Кстати, если ты что-то узнаешь о дочери Гваделупе, любые мелочи, которые могут облегчить нам поиски, тут же сообщи мне. Гваделупе отказывается обсуждать эту тему, а я и не настаиваю. Я готова. Удачи тебе. Спасибо. Желаю вам прекрасно провести время и поскорее вернуться. Спасибо, сеньор Сальватьера. Для тебя я не сеньор Сальватьера. Зови меня Панчо, как все друзья. А можно? Хорошо, сеньор Панчо. Панчо, я буду звонить каждый день. Удачи. Спасибо. Спасибо, сеньор Панчо. Не за что. Теперь ты мне невестка, жена брата. Береги его. Либертад. Это ты? Да. Я, Даниэль. Как долго я спала? Ты спала мертвым сном, принцесса. Тебя напугал наш разговор? Я еще никому не назначала свиданий. Зачем нам встречаться у школы, если можно все решить сейчас? Даниэль, как мне открыть тебе свои чувства? Либертад. Хорошо, что ты первая начала. Я бы не решился. Я уже взрослая женщина, мне 15 лет. Даниэль, любишь ли ты меня, как я тебя люблю? Загляни мне в душу. Она полна любви. Я знала. Знала. Сердце не обманешь. Либертад.
моя принцесса. А вдруг это просто сон? Тогда я не хочу просыпаться. Не хочу. Либертад еще слишком мала. Я не хочу, чтобы она знала об этом позоре. Милагрос, по-моему, ты преувеличиваешь. Какой еще позор? Связь Гваделупе и Даниэле. Представь себе, друг семейства совратил служанку. Как тебе? Это дурной пример для нашей дочери. Вовсе нет. Нет? То ты бережешь ее, как зеницу ока. Контролируешь каждый ее шаг, каждый жест. Трясешься над ней, как над младенцем. А то теперь хочешь втянуть ее в скандальную историю. Да какая история? Люди встретились и полюбили друг друга. Где тут дурной пример? Гваделупе, наша служанка. Завтра Либертад влюбится в нашего шофера или садовника и уедет вместе с ним. Милагрос, мы хорошо воспитали дочь и можем ей доверять. Гваделупе не всегда была служанкой. Это ты за нее решила. Она больше не будет нам прислуживать. И точка. Для тебя все так просто. А для тебя все так сложно? Мне все предельно ясно. Хорошо, если ты не хочешь, мы пока ничего не будем рассказывать Либертад. Но скоро она сама все узнает. Гваделупе придется выбрать. Или она уедет прочь с Даниэлем, или останется здесь и забудет его. Фильм озвучен компанией Intra Communications, 2005 год.